Скажи, куда ты пришла? В магазин. Ты пришла в магазин? Да. За игрушками? Да. Ну давай, пошли. Прямо двойные двери. Есть принцесса есть. И вот есть принцесса Бель, ты видишь? А стоимость 400 рублей. Смотри, папа, тут Эльза разная. Красота. Это София какая-то, желтая. А вот Эльза, Анна и Рапунцель. Не Рапунцель, а отважная. Брейв. Тут лалалупси. Тут всякие лалалупси. Тут тоже лалалупси. Какая красота, папа, посмотри. Это украшение, похоже, делать браслеты, вот такие вот прикольные вещи. Это для бьюти-блогера? Да, Катя, ты видела? Лесный человек, Микки Маус. Что там есть? Катя! Что там есть? Папа Свин. Есть Папа Свин. А кто еще есть? Свинка Пеппа. Есть свинка Пеппа. Тут. А что это у Кати? Маракасы? Кот Вилс. Кот Вилс, крутяк. У меня. Крутяк. Ух ты, всякие герои тут, Big Hero. Качается. А тут какой-то чудик качается, да? Крутяк. И все. Мишка. Что там, книжка с мышкой? Я читаю. Да. Птички. Покажешь птички, давай. Где? О, в клетке сидят птички. Ой, она что? Она поет. Крутяк. То есть нажимается на кнопочку, и птичка поет. Прикольно. Еще. Они еще повторяют слова, по идее, там. Привет. А как ты, чтобы повторить? Привет. Не хочет она повторять. Не повторяет. Не повторяет? Да, повторяет. Повторяет. Вон тики. Он что-то там делает? Это рюкзак свинка Пеппа. Ты видела? Смотри, какая классная тема. Его можно на плечи одеть. А ну-ка, давай. Ух ты, да. Кстати, рюкзак свинка Пеппа. Да, смотри, какая красота. Макс, а тут нажимаются эти еще. Смотрите, как прикольно. Красотища. Бегать еще сзади. Ну, какой-то он, мне кажется, не очень удобный. Ну, зато свинка Пеппа. Катя, посмотри. Юху вот набрали. Да. Есть миньоны. Крутятся. Крутятся. Улитка. Улитка Турбо? Да. Улитку Турбо. Катя взяла улитку Турбо. А Макс какую-то зеленую. Тоже Турбо? Нет. Это мама. Ага, да, это мама, это а зеленый кто? Папа? Да. Это сынок. Друг, скажи улитке. Это а вот еще, мама. Катя, смотри, кто это? Понятка. Пони. Смотри, какие длинничьи у нее волосы. Да. Ой, прямо красота какая. Не Поня. Не Фич. Ну что, летает. Летает Пони. Высоко. Высоко, и высоко. Что-то там разговаривает. Это что, какой-то разговаривающий монстр?
Он смеется. Единорожек. Он смеется. Я обнимаю. Вот это что? Пони. Обнимает Катя пони. А что это? Какие-то лампочки мигают. Что? Это же вообще-то фабрика этих медведей, я так понимаю. Да, оно тут когда-то крутилось, что тут крутится, и типа готовятся тут медведи. Плюшевые. Вот это такой большой-большой завод по производству плюшевых медведей. Кто-то рычит на меня. Кто на меня рычит? Монстр. Монстр? Да. Что там, Катя? Динозавр. Динозавр, это дракон. Да, такой страшный дракон. Тут все разные драконы. Что? Кукла Маша. Вот она, тут много разных Маш. О, тут и всякие подушки с Машами, смотри, какие мягкие, прикольные. Прикольные такие, да? Мягкие? Да. Катя, а смотри, какая машинка Бэби Бёрн, смотри, видишь? Прикольно. Да. А вот разные куклы другие. Целый стенд. Вот кукла Эви. Катя, смотри, Фроза. Видишь? Это Эльза. Очень красивое платье. Какое красивое у Эльзы. Видела, Катя? Да. Симпатично, да? А вот сама Анна. Я понял. Анна. Принцесса Анна. Сестра Эльзы. Очень красивая. Но, правда, стоит 1000 гривен. Куда мы едем? На верхний этаж. Едем на верхний этаж? Ну, нажимай кнопочку вверх. И заходим. Да, четвертый нам нужен? Да, нам надо четвертый. Цифру 4 нажимаем. Все, поехали. Едем вверх? Да. Мы едем в Бигландию. Мы едем в Макачу. Катя вид разносит. Ну что, пойдемте смотреть, что здесь. Вау! Тут так тепло. Вау! Вон Финляндия. Тут одежду продавали. Тут продают одежду. Тут такой летающий какой-то дирижабль. А мы были вон там внизу. О, вот и Катя, и Макс. Бух, привет. Здрасте. Давай прыгай. Ку-ку. Катя в бассейн. Катя в бассейн приземлилась с шариками. Я знаю. Не смог смотреть, что у меня получается. Поехали, давай. Опа. Где наша Катя? Нету Кати. Катя? Вот она, Катя. Катя, тебе там хорошо? Да. Увидим сейчас. Ой, сейчас Кати вообще не будет видно.
спрячется полностью. А где наша Катя? Катя! Ку-ку! Пока-пока! И воздушный. Молодец!